Всем привет! Вы на канале Топ Мувы ПК Геймс. Мы продолжаем проходить Мафия Definitive Edition. У нас сюжетное задание будет называться Сливки общества. Продолжим, друзья. В прошлой серии мы гонялись за Серджо. Долго за ним гонялись. Постройки, если вы помните. И наконец-то его догнали и убили, ублюдка. А сейчас, я думаю, пойдем за самым главным, Морелло. Было бы классно быстрее его убрать. Ой. Сядьте в машину. Вот и все. Наконец-то мы это сделаем. Шустрый какой. Надо добраться до театра, пока идет представление. Том, ты за рулем. Босс дал отмашку. Сегодня Морелло умрет. Сегодня? Ни хера себе. Удачи, ребята. Да, вот надеюсь, что сегодня мы его прикончим наконец-то. Было бы классно. Не знаю, сколько идут спектакли в театрах, но уже довольно поздно. А может, сгоняем в театр? Нога, поверить не могу, что мы едем за самим Морелло столько лет. Ни за людьми его, ни за семьей. Самого урода закопаем. Мы завершим эту долгую историю. Что будет, когда он умрет? Город станет наш. Не, я не о том, что... Так, что-то не туда поехал. Думаешь, он будет тосковать? Думаю, он пошьет себе отличный белый костюм. Так, где у нас радио? Парни, вы как, в норме? Ага, только вспотел весь. Да, та же херня. Почти на месте. Давайте сосредоточимся. Как только увидим Морелло, сразу валим. Только его. Когда он загнется, его ребята запаникуют. Черт, мы и правда это делаем. Сколько он портил боссу кровь? Лет 10? Больше. Казалось бы, белый костюм делает его такой легкой мишенью. Да уж. Легкая. Так, мужик. Отойди-ка. А оказалось, эта цель очень даже нелегкая. Я бы сказал. Тяжелая. Так, копы, копы, везде копы. Дай бы нас не взяли только тут. Сейчас, конечно, музычку, да, послушать. Но, не знаю. Ну ладно, давайте я музыку. Радиостанцию поймаю. Просто из-за авторских прав, блин, Ютуба, мне очень охота музыку включать. Этот Ютуб заколебал. Со своими правами дурацкими. Слышь, собака. А то нас дом за яйца подвесит. Давай гони, что ты, блин. Окажемся рядом. Стреляйте по машинам его охранников. Надо от них избавиться. С дороги, люди, с дороги. Блин. Вокруг театра их было полно. В прошлый раз им платил Морелло. Завтра они станут нашими. Все, поджал хвост, сука. Бежишь, падла. Ух, сука. Похоже, у Морелло паника. Всех своих голубов сюда согнал. Свали их сколько сможешь, но не забудь. А! Да, блядь. Давай, давай, давай. Давай ближе, будь у него на хвосте. А, блядь, а где он? А! Морелло нас уже изрешетили. Да твою мать. Упустил. Морелло скрылся.
Да хрена ему лысого. Не скроется, далеко не уйдет. Жирный. Жирная скотина. А то нас долг за яйца подвесит. Когда окажемся рядом, стреляйте по машинам его охранников. Надо от них избавиться. Врубаюсь. Да блять, вот. Ой, что за люди, а? Вокруг театра их было полно. В прошлый раз им платил Морелло. Завтра они станут нашими. Давай, мочи, козлов. Людей, Морелло, мочи, сука. Как их, блядь? Морелло, нас уже изрешетили. Опять, вот, похоже, ты посмотри. Всех своих голубов сюда загнал. Завалик, сколько сможешь, но не забудь, нам нужен Морелло. Они что, колесо пробили, что ли? Твою мать. Опять мы его потеряли, что ли? Да ты посмотри на это дерьмо. Да, что-то не заладилось у нас. Ну, кто сказал, что будет легко? Давай за ним, Том! А то нас Дон за яйца подвесит! Когда окажемся рядом, стреляйте по машинам его охранников! Надо от них избавиться! Врубаешься! Я не могу стрелять? Я же за рулем. Вокруг театра их было полно. В прошлый раз им платил Морелло. Завтра они станут нашими. Вы что, это, друзья, танцуйте там? На крыше. Да туда уж и брейк-дэнс танцуйте, что ли? Чё? Ёбаный, сука, столб, а. Как он меня заебал. Нихуя тут проход такой узкий. Если он сейчас уйдет, то на несколько месяцев заляжет на дно. Не дай ему оторваться. Кто знает, куда он отправился. Не уйдет, сука. Если мы сегодня его не грохнем, он может вообще свалить из штата. Мы обязаны его замочить. Да, согласен, согласен. Мужики, давайте. Постараемся это сделать. И будем спать крепко. После того, как уничтожим эту мразь с улиц. Давайте, надеюсь, вы стреляете не холостыми. Здоровье, сука. Копы ебаными. Здоровье, блядь, коп. Вау, китайский квартальчик. Он что, в китайский квартал хочет зайти? Вот, сука. Китайцам хочет. Он хочет оторваться от нас в переулках. Не волнуйся, я лучше других знаю этот город. Ну да. Том у нас таксист. Ну как, хорошо город должен знать. С дороги, ну, люди. Так посигналить, а? Блять. Блять, да чё копам-то надо? Это же гнида, Морелло. Коп-то чё прикрывает его? Боже, его ребята не сдаются! Это его ребята? Дед. Доведём дело до конца. Продажные копы. Не уйдёшь, собака. Куда хочешь уехать-то? Ему не свалить из города, пока мы у него на хвосте. Куда бы он ни собирался, ему придется спешить. Это аэродром.
Он направляется к задним воротам. У него есть самолет? Ну, конечно, у него есть самолет. Блин. Надо его громилы. И хорошо. Пора их вычеркнуть из списка. Он подохнет, и его шестерки вместе с ним. Ладно, лишь бы нас в твоем списке не было. Они только отремонтировали аэропорт после того раза. Там его громилы. Вижу их. Дави их. Стоп, стоп, тебя! Все там целы? Да, в порядке. Только стекло теперь в глазах. Саш, придется причесаться. Бросаем тачку и за ним. Вперед! Побежал такой. Смешной такой. Так, бегом за ним. Где он? Он не должен от нас уйти. Козлина такой. Так, как прыгнуться? Ага, все. Суп, куда бежишь, падла? Не ломай мою эти ящики. Собака такой. Хе-хе, в спину получил. Еще один на помощь приперся. Пошел ты. Так, мне нужны патроны, мужики. Больно. Так, мы в аэропорту? Или где? Тут еще громила! Откуда они? Давай в укрытие! В укрытие? А где тут укрытие найти, мужики? Сдохнет, сука! О, блядь, нихуя меня! Вот это меня зацепили. Блять. Я сейчас сдохну тут. Так, ложись, ложись, Томми. Так. Так, погоди, 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 где они, суки эти? Так, нет, наверное, лучше буду с той стороны. Ну, замочи че, сволочь. Вот так вот. Хедшот, сука. Куда стреляешь? Я здесь. А можно мне аптечки, пожалуйста? Давай, свою... Сука. Так, где он? Сука. Козлина. Так. Остался только автомат. Куда побежал? Ух ты! Красавчик. Снайпер, что ли? Вижу! Мужики! Он наверху. Все. Сняли. Фу, блин. Фу. Где этот сволочь? Где этот жирный Боров? Лови его. Че с ним? Убежал? Вот черт. Ложись. Черт, не могу достать его. Ну, покажи свою жопу. Черт. Скотина. Так, это свой. Есть. Одного сняли. Отдайте нам Морелла.
и мы вас оставим в покое. Нам нужен только Морелла. Вы можете идти по домам. Остальные. Так, мне пришли есть? Патроны? Нет, вообще. Я вообще пустой. Только автомат. Ладно. Так, тихо, ложись. Куда побежал-то? А, домой побежал уже. Ага. Мы тебя сегодня отпускали. Ты дурак. Сука! А! Больно же! Падла. Ну ты посмотри на эту мразь. Да, покажи свою жопу. Есть. Я его снял. Ну убейте его. Мужики. Убейте его. А есть. Фу. Быстрее, мужики, за Морелла. Блять. Не уйдет, сука. Журнал. Так. Че встали, идем? Давай, открывай. Ух ты! Он уже на самолете, да? Блять. Давай, заводи. Давай! Он уходит! Летай давай! Мы не разогнались! Поднимайся! Он сейчас летит! Стреляй по моторам! От него что, пули отскакивают? Все без толку! Ничего не выходит! Должно выйти! Он на сраном самолете! Брось! Я стрелять буду! Он еще не ушел! Все. Сорви их оба! Я сяду за руль. Почему? Потому что я здесь водитель. А нам надо догнать самолет. Ладно, делаем так. Едем за самолетом, смотрим, где он сядет. Гоним туда и варим урода. Эта птичка не сможет летать вечно. Он не сядет, он рухнет. Разве он похож на воздухоплавательный? Как хорошо, что профессор сегодня с нами. После крушения Морелла не сможет выжить. Для меня он не сдохнет, пока мы не увидим его труп. Уж вы-то двое должны знать это лучше других. Да, я так же подумал. Пока я труп его не увижу, я не буду уверен, что он сдох. Куда это он направляется? Может, к гоночной трассе? За городом садится безопаснее. Может, он и сядет, но безопасность ему не светит. Где бы он ни сел, мы скоро будем рядом. С дороги! Что с тобой сегодня? Да нихуя! На старой работе ты так же ездил? Да, именно так. Я тороплюсь, так что не капай. Пожалуйста, скорее пришлите полицию. Чего? А как они? Подожди. Нам рано расслабляться. Нужно проверить, что он сдох, пока копы не явились. Такое никто пережить не сможет. Сколько дыма, твою мать? Невероятно, мы сделали это. Да. Поверить не могу. Соберитесь, держите пушки наготове. Сейчас нам нельзя. О чем я говорил? В
Времени в обрез. Сюда уже едут все копы в городе. Выходим, проверяем обломки, уходим. Все ясно. Конечно. Господи боже. О, да. Мы сделали это. Ублюдок не понимает, что уже сдох. Теперь он понял. Да, брат. Теперь точно. Ладно. Валим отсюда. Ну что, Дон, давай нам премию. Мы завалили твоего главного врага. До встречи на том свете, Марк. Интересно. Глава пройдена. Сливки общества прошли. Интересно, что нас сейчас ждет? Интермедия? Ах ты херов призрак. 3 сраных года я пытался тебя найти. Это пожизненная том. Или даже стул. Но вам ведь нужен не исполнитель, а тот, кто ему приказывал. Так вот, значит, в чем дело, да? Ты хочешь сдать Солерия? Книги Дона, которые украл Фрэнк. У меня. С ними можно навсегда упечь Солерия за решетку. Если мы договоримся. Моя семья в обмен на Дона. Узнаешь кого-нибудь? Присмотрись. Старик — это Дон Пепоне, а двое парней — Морелло и Сальери. Да. Теперь узнаю. Год, наверное, 20-й. Апрель. Свадьба Морелла. Сальери был на ней шафером. Совсем еще мальчишки. Да, и уже бойцы в клане Пепоне. Так что случилось? Как лучшие друзья внезапно стали злейшими врагами? Без понятия. Я и не знал, что они дружили. Боже мой, Томми. Тем, что ты не знал, можно забить сраный небоскреб. В 22-м Пепоне утонул в озере. Чтобы дела и дальше шли гладко, Сальери и Морелло поделили город. Да, это я слышал. И что? Они же друзья и могли бы сохранять баланс. Но ни хрена подобного. Да, почему? Один стал жадней другого. Морелло погиб. Сальери был вполне счастлив, считая, что город теперь наш. А я был рад, что войне конец. Но потом я задумался. Какой толк от всех бабок Морелло, если они не спасли вот простого парня вроде меня? Вчерашнего таксиста. Все, что он в конце выиграл, здоровенную мишень на свой сраный лоб. И знаете, я об этом все время думал и думал, пока однажды не взглянул в зеркало и тоже увидел мишень прямо вот здесь.
И вытер слезки пачкой сотен, да? Я и не думал бросать сладкую жизнь, но я сказал себе, что я должен быть умнее, чем Морелла. Что однажды я не увижу Поли или Сэма, целящихся мне в лоб. Дело в том, что ты не думаешь об этом на улицах, когда бьешься за свою жизнь. Парень, который дерется вместе с тобой, твой брат. Ведь ради брата куда легче убивать, правда? А ночами ты не можешь уснуть и думаешь, о чем твой брат шептался с Доном в баре. И достаточно ли он жаден, чтобы при случае предать тебя? Да, вот я и говорю, жадность во всем виновата. Так, первые выборы. Все путем? Да, босс, никаких проблем. Здесь все, что есть? Конверт поле худоват. Я доложил в свой, это покроет разницу. Ты умеешь плавать, Том? Да, бывал на море пару раз. Два моих приятеля поехали с подружками на озеро. Они выпили, закусили там. И один из них решил искупаться. Доплыл до середины и понимает, что силы кончились, назад уже никак. Начинает орать. А второй парень – отличный пловец. Он бросается в озеро, чтобы вытащить дружка. Первый был глуп, не знал, что озеро слишком глубоко, и струсил. Схватил парня за шею, и они оба пошли ко дну. Офигеть. Поли твой друг. Знаю, ты ему предан. И уважаю это. Но больше не смей оплачивать его долги. Я понял, босс. Хорошо. Теперь поговорим об этом Тёрнбулле. Кандидат в губернаторы? Он самый. Болтает о том, как он уничтожит преступный бизнес. Ха, смельчак. Да он же на шлюх тратит больше, чем Поли и Сэм вместе. Мне навестить его? Возьмем его в оборот? Нет. Нельзя верить лицемерам, Том. Нужно сорвать его избирательную кампанию. И так, чтобы больше никто не посмел давать такие обещания. У Винни есть план, да? Конечно. У центрального острова готовится митинг. Место открытое. Попасть туда довольно трудно. Зато оно отлично видно с башни старой тюрьмы. С нее продырявишь козлу башку. Ладно. Схожу к Винни за винтовкой. Помни, у тебя только один выстрел. Промажешь, охрана его тут же спрячет. Я ваш лучший стрелок. Поэтому вы и поручили это мне. Сделай это. Работаем снайпером, значит. Ладно. Это интересно. Эй, красавчик. Дамы. Привет, привет. Жаль, что ты уже женат. О, он и не посмотрит на нас. Он такой правильный. Ну, почему? Я взгляну одним глазком. Если это все правда, мы сможем договориться. С одобрения Дона, конечно. Все так, качество отменное. Нашим клиентам нужен высший сорт. Город принадлежит нам, так что они будут получать самое лучшее. Отлично. Клево, что город наш. Круто, мы взяли территорию, убили этого Морелла, сука, который заколебал уже. Здесь еще у нас пишут про президента что-то. Газета 15 июля 1938 года. Угу. Бывший конгрессмен. Ага, начинает свою избирательную кампанию на пост губернатора. Угу. Политика? Спец, который не понимает.
чем жил и живет этот город. Очень скоро он поймет. Ты бы видел это место прошлым вечером. А что было? Я принесла тебе бутылочку колы. Как закончишь сегодня? Хорошо. Так, ладно, надо выйти. Черный выход. Здорово, что скажете? Ничего. Ладно. Погодка нормальная. Привет, Том. У тебя для меня что-нибудь есть? Пришла посылка от парня в Форт Стэнмори. Сальери хочет, чтобы дело прошло гладко. Так что ты не шуми, пока не убьешь того типа. Наш малыш Тони спрятал для тебя такую в нужном месте. Прямо в тюремной башне? Да. У семьи много воспоминаний оттуда. Но сейчас там ребята иного сорта. Смотри в оба. Тони запер винтовку в комнате на самом верху, где обзор получше. Как же меня задолбал этот политикан, Томми! Это же наш город! Влепи ему промеж глаз. Как будешь в тюрьме, поднимайся на смотровую башню. Последний этаж заперт, но у тебя будет ключ. Хорошо, как скажешь. Так. Че у тебя есть? Ничего. Политики крутят яйца нам, а мы в ответ крутим им. Пора преподать Lost Heaven урок. Да, ты... я с тобой полностью согласен, друг. Пойду этим и займусь. Так, и на чем мы сегодня поедем, друзья? Можно такси? А. Так, это что у нас? Такая классика интересная. О, вот это. Я, по-моему, на ней ни разу не катался. Интересно, то чули. Возьму ее. Прикольно. Так, ну-ка глянем на карту. Где у нас интересно? А, тюрьма находится вот здесь. Интересно. На островке. Отдельном. Что это? Погода... Кажется, что типа после дождя или мне такое, или мне мерещится туман такой на улице. А, черт! Вот тебе и засмотрелся на туман, мать его. Будь он неладен. Вау, это классное здание. Красиво. Добраться до тюрьмы. Сейчас доберемся. Уже рядышком. Вот мы и на месте. Найдите способ проникнуть. Так. Ну вот, через забор. We'll work for food. Работаем для еды.
Ну, здесь даже можно. Интересно. А на крышу? Нет, на крышу я не смогу. Это кто? А, он нас ждет, типа. Эй, друг, иди сюда. Ты Антони? Да. Твой друг сказал, ты ищешь смотровую башню. Я пометил путь туда этим знаком. Туда ведет одна дорога, через канализацию. А оттуда все время наверх. Следуйте по отметкам. Внизу! Мы никуда не уйдем! Вали отсюда! Полегче! Блять! Мужик! Я тебя не трону! Нафиг ты мне сдался? Так, тут никаких газеток нету, журнальчиков случайно. Может, журнальчики Playboy тут завалялись у вас? Нет, не видно. Так. Канализация. Обожаю канализацию. Где мои любимые крысы? Поймаю парочку и скушаю. Опа, это кто у нас? Что за мужик? Ты кто? Не видели мою крысу? Что ты сказал? Ладно, мужик. Хорошо тут это... пристроился. Бомжи. Нет, ты точно не один из нас. Тебе здесь не рады. Предупреждаю, мистер. Ты пей. А что я тебе сделал? Ау. Погоди, я уже... Как уворачиваться? Да, блять, как уворачиваться-то? Пошел ты. Козлина. Фух. Так. Ага. Надеюсь, я на месте. Да, похоже на то. А, вон она, вижу. Не, наверное, вон. Не оставите нас в покое. Ты кто? Это наш дом. Когда вы уже наконец это поймете? Так, блядь, мужик, это мне вообще пофиг. Это ты, коп? Тут заперто, ты не войдешь. Шухер, кто-то идет. Так, это что у нас, какая-то заметка? Протокол безопасности. Тюрьма Lost Heaven. Центральный остров. Ну да, вот он и находится, центральный остров. Да-да-да, небольшой такой. Угу. Так, ну-ка, я возьму-ка аптечку.
Мне как раз пригодится. Оп. Двери открыты. Open. Open world. Так. Куда нам? Здесь темно, вообще ни хрена не видно. Туалет. Мужик, ты кто? Ой. Фу. Я с тобой полностью согласен, мужик. Блин. Какую херню туда намешали? Мужик, тебе опять помочь? Там, может, похлопать по спине-то? Ой. Да, самогон больше не пей, мужик. Это такая мерзость. Ты кто? Где смотровая башня? Через главный блок и вверх. Обычно ворота заперты, чтобы федералы не вошли. Спасибо. Берегись, незнакомец. Мы сами себя защищаем. Ты кто такая, незнакомка, а? I lost my arm in French for his. Ладно, ребята, сами переводите, что такое. По-английски написано. Да, тут можно и заблудиться. В этой тюрячке. Боеприпасы у меня полные, что ли, получается. Так, подожди. Здесь что у нас? Здесь мы пришли оттуда. А здесь что у нас? Ага. И никаких журнальчиков даже не видно. Так, что открыть? Open. Вы не видели моего сына? Не могу его найти. Проснулся, его нет. Так, как пешком-то идти на так вот? А, все. Леди, что с вами? Да. Жизнь говно. Вообще. Не повезло, конечно. Представьте, вот... Ой! О, блядь, мужик! Мне тут помощь нужна! Да... Блядь, как уворачиваться-то? А, понял. Понял. Давай. Блин. Набили морду Томми, как мальчишки, блядь. А-а-а. Аптечку давай. Я все тут разломаю, к чертовой матери. Так, мужики. Вы-то не против, что я тут гуляю? Да. Мужик, наверное, обкурился. Ладно, короче. Надо идти. Наверх, наверное? Или подожди, или в ту дверь.
Женщина, хватит плакать, а? Это я назад вернулся? Офигеть! Ладно, идем тогда на лестницу. Какие-то камеры открытые. Прикольно, так заброшенная такая тюрячка. О! Ты приносишь неприятности. А где башня? Ты ее найдешь, как и всегда. Ты уже мертв. Правда же? Чего? Леди, вы бредите? Че? Stay out. Оставайся здесь. Keep out. Вали отсюда. Мужик. Чё, я не бухаю, мужик. Если хотел мне предложить выпивку, это не ко мне. Я на работе. Чё, мужик, надо? У тебя проблемы? Ладно, только я и ты. Давай. Все, отдыхайте, голубки. А я пойду дальше. Черт, это даже из журналов не видно никаких. Может, я пропускаю? Скорее всего. Ну и бог с ними. Так, а что, лестницы-то нету наверх? Угу. Это самый верх получается уже. Опа, 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 опа. Подождите. А каким образом? Подождите. Я достану журнал оттуда. Что-то я не понял. А, во. Что-то я открыл. О, мужик. Ладно. Мужик в трансе. Так, где мой журнальчик? Вот он. Дешевый журнал. Детектив. Блин, Томми. Как нам добраться до этой ебаной башни? Опасно. Высокое напряжение. Так, написано. Так, а чё? Блять. Это же, а чё мы открыли с тобой, Томми? Что-то мы с тобой открыли. Чё? А, нет, ничего, показалось. Что-то открываю, а толку от этого нету. Камеры открываю, чё, а чё с этого?
А вход-то на башню как? Подожди. Блять. Вот же он. Ладно. О, аптечку возьму. Нифига тут старые кровати и матрасы. Как в старые добрые времена, друзья. Железные кровати. Так, что там у нас? Блестит что-то? А. Здесь у кого-то кровать. Очередной бомжик живет тут. Опа. Найти смотровую площадку. Так, подожди. Мне что, вниз идти, что ли? Блин. Походу вниз. А может и нет. Ну-ка. Да, это она. А внизу там что там? Ну-ка. Ну-ка, друзья, проверим, что у нас там. Ой. Фу, что-то игра зависла. Блин. Глючит. Я думал, сейчас эта игра вылетит. Это кухня? Мужики, вы кто? Повара местные. Интересно. Ну ладно, отдыхайте, ублюдки. Не буду с вами связываться. Мне надо на башню уйти. Так, сюда. Это вниз, а мне наверх. Соответственно. Опасно. Не приближаться. Нифига себе крыша. Ох, отсюда прикольный вид, кстати, друзья. Прикольно. Это вот я отсюда должен снять. Ублюдка? Офигеть. Охренеть можно. Убейте политика. Твою мать. Фу. Ну, с богом. Еле нашел эту смартовую площадку, мать ее. Сколько людей, сколько копов там. Ну ладно. Блин.
Так. Главное не промазать, иначе у нас будут большие проблемы. Есть! Чё? Все, можно сваливать? А, так, я не понял. Я его не убил, что ли? Я вроде попал в него же. Блять, нихуя он живучий. Хм. Ладно. И чё? Мы задание провалили? Непонятно. Опа, опа, оу! Упс. Нежданчик. Твою мать. Долго я был в отключке. Да нет, всего лишь секунд 5. Покинуть тюрьму. Уф, ладно. Друзья, наверное, на этом пока закончим эту серию. Черт. Сейчас будет за нами погоня очередная. Будем заканчивать. Забывайте, не забывайте про лайки и комментарии. Друзья, подписывайтесь на канал. Кто желает поддержать мой канал, есть ссылочка на моем канале. Всем удачи и до новых встреч!